В бизнес-школе «Минибосс» студенты самостоятельно реализуют свои стартапы и каждую неделю проходят новые мастер-классы. Этот тренинг проводит представитель онлайн-платформы «Мой город» в Одессе, с помощью которой общественные проекты горожан собирают необходимые ресурсы. Понравилось мне, что они помогают городу. Например, у тебя не хватает денег, и там тебе дополнят, и это бесплатно. Рассказывали про такой фестиваль, если ты хочешь, чтобы у тебя был питомец какой-то, ты можешь пойти на фестиваль, и если тебе этот питомец понравился, ты можешь его, не платя денег, взять его к себе домой. Принцип работы платформы «Минибоссы» поняли сразу, вот только пока не решили, создать самим такой краудфандинговый ресурс или реализовывать через уже существующие свои социальные проекты. Активный поиск решения продолжается. Она может нам быть помощью, вот два человека придумали себе, соединили некоторые два проекта в один, некоторые там придумали еще «Минибосс», там фестиваль и так далее. На мастер-классе студенты рассматривали и обсуждали реальные проекты. Спикер Лариса Шевченко приводила примеры социально ответственного предпринимательства и удачно запущенных стартапов. Корпоративная социальная ответственность – это ответственность бизнеса, и мы рассматривали по проектах, что они могут сделать, чтобы как-то вот быть ответственными перед обществом. О социально ответственном бизнесе студенты «Минибосс» знают из собственного опыта. Десятки социально ориентированных проектов они представляли в марте на форуме стартапов. Многие их инициативы нашли поддержку у членов жюри и получили гранты на реализацию.